снова в Саннивейле, друзья, и мы смотрим другой домик. Вот он тут на продаже. И чисто внешне, я бы сказал, что милый. Милый такой домик. Вот тут, видите, присыпали трухой. Так, для красоты. Что скажешь, Свет, пока что? Я ничего не могу сказать, пока мы не нашли. Так, ну что ж, пошли вовнутрь. Вот тут такая бетонированная площадочка. И, собственно, вот... Вот, собственно, и все. Так, тут люди разуваются. Ага. Так. Нам тоже есть что забросить. Так. Вот мы зашли. Ну, давайте я сразу пройду. К роялю. Так, вот такая комната. Очень напоминает цвет по планировке дома Mountain View, Cupertino School, это Los Altos School District, вот там такие же. Немножко, да, тоже. Да, немножко напоминает наш дом в Los Altos. Старый. Так. Ну что же. Вот у нас тут дворик. Ну, такой, знаете, дворик. Скромненький дворик, мягко говоря, скромненький, все бетонировано тут. У соседей тут такая красота, лепота. Это неплохо, соседей не видно и не слышно. Хотя, может быть, слышно, конечно, я так утрирую. Так, мы заходим внутрь. Hello. Hi. Showing to someone, huh? No, just taking notes for ourselves. Oh yeah, yeah. So you can remember next time. That's a good idea. Yeah. Is it remodeled? Or? Yes, this is remodeled. It's remodeled 2012. Mm-hmm. Yeah. So they have extra long overhang, so you can use it like a table. Yeah, I can see it. Yeah. Yeah, yeah. Absolutely. Yeah. Okay. I have it done same way. In my yeah, yeah. Otherwise, it's wasted space, so it's good. Okay. Any information, shit? Oh, okay. Yeah, and also, this, if you want, this can be converted to gas, because it used to be gas. Mm-hmm. Also, he's got, you know, he's got the quiet clothes. Mm-hmm. Yeah. And he has organizers in everywhere. Uh-huh. Yeah, very nice. Yeah, tray. There's extra wiring. It's already ready to be wired for another light. Yeah. Это все сделано заново, тут все новенькое. Сейчас мы от рояля идем налево. Тут у нас шкафчик, вот это шкафчик. Так, это туалетик. Стоит этот дом 1,250,000. Так, и он, ну, вот мы со Светланой оба согласны с тем, что он намного симпатичнее, чем тот, что мы видели перед этим. Хоть он и дешевле там, но гораздо просторнее. Те же самые школы, один в один, очень хорошие. Все. Так, ух ты. Ребята, здесь можно повесить шмотки. Смотрите, как полочки. Это называется walk-in closet. Так. Конечно, это старенькое. Вот это старенькое. Вот это старенькое. Туалетик с душем, с джакузькой. Слушай, Свет, ебого, да? Такой он милый. Ну, видишь, я сейчас сразу же на джакузи, он с торца залезает. Ну, хоть как-то, есть такие места, где никак не залезешь. Ну, они сделали этот, они увеличили дом. Ой, увеличили дом. Да. Окей. Да, то есть они сделали нормальный все-таки размер мастера, да? Угу. Тут, кстати, кровать, еще места полно. То есть тут очень приятно. Да. Ну, лучше сделать тут. Угу. Так, тут вот еще бэдрум. И вот если вы посмотрите на пол, вы, может быть, увидите, что он такими гвоздиками там
деревянными гвоздиками прибит. Да, это так раньше делали. Хороший дубовый пол, правда? Да, старенький, да. Старенький. Тут, конечно, куценько, как-то так куценько. Ну, лот 5-5-3, что-то такое. А площадь дома какая? 1800 с чем-то. 1800. Включает и дешево. Точно так же, как предыдущий. Да. Ну что же. Это тоже показывало, сказала. Смотрим, что дом просторнее, чем тот. Да. Ну что, Свет, расскажи. Ну что сказать, этот дом тоже переделанный, да? Да. Странно, почему они не переделали его. Дело в том, что они могли его, вот там, где у них находится каменный забор, да. Они могли выдвинуть до каменного забора, потому что все дома... Могли сделать больше. Они могли сделать больше. Здесь очень глубокий фронт-ярд, значит, этого бэк-ярд не очень глубокий. Да. Почему они сделали так или иначе, непонятно, но они могли сделать четвертую спальню там, то есть при небольшой перепланировке, да? Но сейчас это уже как законченное мероприятие, уже сейчас поздно обсуждать, почему они так не сделали, они теоретически могли это сделать. Но, в принципе, дом вполне лывый был. Вот по сравнению с предыдущим домом, у него планировка намного лучше. Единственное, что не хватает четвертой комнаты, четвертой спальни. По сегодняшним меркам, когда люди в основном имеют офис, да, где стоит компьютер, у тебя получается две спальни только где спать, а обычно всегда уже. Ну вот по цене ты считаешь, что он как бы нормально? Я считаю, что будет мультипл офер на него все равно. И на тот будет мультипл офер, на эту школа хорошая, и, в принципе, тут можно жить. И даже тут тоже требуется ремонт внутренний, да, чтобы его немножко... Но тоже может уйти, на самом деле, существенно дороже. Он может уйти существенно дороже. Он немножко меньше, чем тот по площади, по официальной. Чуть-чуть. Да, но у него все-таки нормального размера мастер-спальня. У него лот меньше еще. У него лот меньше, но там угловой лот, считай, что он такой же. Да. Вот, поэтому здесь, конечно, планировка самого дома значительно приятнее. Вот, вроде они оба достроены, да, но вот как-то само ощущение того, что у тебя нормальная спальня с нормальным клозетом, оно смотрится намного лучше. Ну, отлично, Свет. Кроме того, здесь есть еще потенциал, в отличие от того дома. То есть, если кто-то уж очень сильно заходит, скажет, вот я сейчас вселюсь, у меня будут деньги там через 15 лет, вот это все-таки выдвинуть дом до конца, можно и достроить четвертую спальню, есть возможность. Там нет такой возможности совсем. То есть, иметь такой потенциал, в принципе, это неплохо. Неплохо. Хорошо.